Приветствую вас. Давайте с вами будем читать ваш текст и разбираться, что он из себя представляет. И, собственно, на основе уже текста мы с вами будем делать выводы о том, какие у вас проблемы. Здравствуйте, пишите вы, совершенно одинок. Ну, вот здесь сразу нужно небольшую пометку сделать. Если вы называете себя одинокой, ну, если вы позиционируете себя, да, как одинокой, то необходимо вам выработать к этому отношение свое. То есть, что это значит? Если мы говорим о отношении вашем к этому, то мы говорим о том, тяготитесь ли вы одиночеством или нет. Понимаете, в чем дело? Если тяготитесь, то почему? Если тяготитесь, то не принимаете себя. Ну, получается так, что не принимаете себя. В чем-то, где-то. Что-то не принимаете в себе. Вы. Если вас это устраивает, то есть, если вы самодостаточный человек, то тут тоже такой момент. Значит, если вы самодостаточный человек, то нужно определить, а чего вы хотите тогда вообще. То есть, если вы самодостаточный, то от чего страдаете? Вообще, это нормально, что люди, если они уверены в себе, если они, значит, одни, то им никто не нужен, потому что другие чувствуют, а другие чувствуют, что человек, как бы, ну, автономен достаточно, да? И его автономность, она создает такой ореол уверенности в себе. Понимаете, да? Далее. Интересное, привлекательное, но уже 30. Здесь у нас имеет место быть такой момент. Интересно, чем, в чем, как это проявляется. Привлекательно. Ну, привлекательно это, я полагаю, что внимание мужчин привлекаете. Или как? Как вы определяете, что вы привлекательны, если вы одна? Далее. Вам уже 30. И что? Вам 30. То есть, в чем проблема? Ну, 30 вам, и что дальше? Почему вы считаете, что в 30 лет все, вот просто все, это конец жизни? Далее.
А, да, то есть у вас есть некий такой стереотип возрастной, что вот по достижению определенного возраста все, как бы жизнь заканчивается. Стереотип этот, на чем базируется, ну, должен базироваться. Либо это установки, либо это ваш собственный опыт, неверная, неправильная интерпретация. Неверная, неправильная интерпретация опыта, который вы получили. Далее, психологам и магам задают вопросы об отношениях те, кому 50-60. Интересный момент. Я бы сказал, очень интересно. Очень. Смотрите. Я вас удивлю, но вопросы про отношения задают далеко не те, кому 50 и 60 лет. Вопросы про отношения задают те, кому гораздо меньше. Вплоть до 18 лет. Понимаете, в чем дело? Поэтому мне не очень понятно, откуда у вас взялась вот эта вот точка зрения, согласно которой только 50-60 лет люди задают вопросы про отношения. И здесь опять же либо стереотип у вас, либо вы обесцениваете себя. То есть так-то внешне вы вроде бы привлекательный и интересный, и все, и успешный. Но внутри себя вы обесцениваете. Считаете, что недостойны, например. Считаете, что не можете быть в отношениях. Ну и так далее. Вот тоже момент, о котором нужно подумать. Далее. Значит, замужем не была. Так, почему? Проблем нет. Проблем в чем? Каких? Желания семьи тоже нет. Почему? Не готовы, боитесь, что? Любовь испытала сильную и не раз. Ну, хорошо. Если вы испытали сильную любовь, то почему она, эта любовь, ни к чему не привела? Может быть, это была не любовь, а в некоторой степени страсть, которая и не позволила вам принять человека, партнера, значит, полностью для того, чтобы создать с ним отношения. Неужели все на этом? А все на этом — это что? Что все? Я стройная, слежу за собой, все есть. Что есть? Не очень понятно. Такое ощущение, что моя песенка спета. Ну, если вы будете сами ставить на себе крест, то да, конечно, определенно. Подскажите, как жить дальше? Ну, я полагаю, что необходимо прорабатывать женскую модель поведения и определяться с тем, какой мужчина вам нужен, четкие, жесткие критерии мужчины, и где вы можете этого мужчину встретить, то есть где наибольшая вероятность от того, что вы этого мужчину там встретите. После чего нужно определить фундамент для ваших знакомств. То есть основу для создания отношений. То есть на основании чего у вас будут развиваться отношения с мужчинами. Далее, я привыкла уже жить одна, самодостаточно. Ну, это, опять же,
Опять же, здесь непонятно. Вы привыкли быть одна, и вы этим тяготитесь, или вас это устраивает? Вы говорите, с сексом заниматься одной. Вы тяготитесь этим, или вас это устраивает? Вы говорите, удовлетворять все свои нужды. Опять же, вы тяготитесь этим, или вас это устраивает? Просто иногда хотя бы с кем-то поговорить хочется, молчу уже о большем. А с кем-то поговорить хочется зачем? Для чего? Чтобы что? Подумайте, вот вы говорите, что удовлетворяете все свои потребности сами, да, сами. Но поговорить с кем-то вам хочется. Зачем? Какая потребность за этим стоит? И самое главное, понимаете ли вы, что пока эта потребность не будет вами удовлетворяться самостоятельно, так же вы не сможете отношения построить ни с кем. Потому что люди будут видеться вам как средство только лишь. Ну и то, что вы говорите про молчание уже о большем, это опять же в некоторой степени идет обесценивание себя. Вы обесцениваете себя тем, что говорите про то, что молчите уже о большем. Не нужно стесняться и стыдиться того, что вам хочется чего-то большего. Это, грубо говоря, абсолютно нормально. Абсолютно нормально хотеть чего-то большего. Но вопрос в том, как реализовывать это желание. Понимаете? Вот это, пожалуй, самый важный момент здесь. Поэтому подумайте на тему того, что я сказал, и в идеале вам лучше бы на индивидуальную консультацию к психологу обратиться для того, чтобы уже с ним более подробно разобрать то, что с вами происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.